Можно раскачать тут каменную кожу за 2 магических кристалла. Плюс 30 инициативы, минус 1. Так какая разница, что тут? Тут плюс 20. Инициатива падает, время действия 3 раунда. 3 маны, а тут 5 маны. Почти мана удваивается. То есть не 6, но 5 не падает. Снижается инициатива, увеличивает чуть-чуть. В общем, это чуть-чуть что-то увеличить. На 20%. А защита, вот он говорит, сопротивляемость. Возможно, он защиту и сопротивляет физическому урону. Но при этом падает инициатива. Вот если были гаргоны, допустим, и они увеличены с 20 на 40, там общий приплод какой-то там. А тут и на 60, тогда еще смысл прокачки будет там. Ну, на столбоглазая гаргона. Разбили дракончика, говорит, 12 мана 30%. По 3 маны от 5, 15. Он говорит 12. 52 маны. 52 и 30% от 10 это 3 маны, а у нас 5 десятков. Значит, будет 3 на 5, 15, 12. Остаться должно 40 после, это останется 30. Ну смотри, в общем, если есть ярость, и надо срочно, чтобы сохранить. Еще мана осталась, надо разбудить дракончика, чтобы он что-то добил. Ну такого в принципе полезно. А тут просто уменьшение маны за 10 кристаллов. Будет сжигать 20%. Это он больше одного раза в каком-то из десятка боется. Ну или с полдесятка боется. Больше он будет. Ну или ловушка по 5 мана, ловушка по 10. Это же ловушка действует 3 раунда. Но действует, скорее всего, что она один раунд. Ну, то есть, если наступили, то есть, стоит магия 3 раунда, время действия магии 3 раунда. А когда наступили на ловушку, то все. Ловушка исчезает. И просто наступивший на нее отряд получает урон и теряет. Ну, невидимость. 3 кристалла, 10 маны. В общем, при обмене, вот это же демонессы меняют отряды местами, он 1000 пизанов нам там. Ну, вообще 20 архимагов, которых сейчас не пизанят. Ну, может, они в бубен там получат. То, в общем, за 2 раунда можно отойти куда-то. Скрывает отряд от дозора врага и позволяет перемещаться по полю боя, не опасаясь. Но тогда надо желательно, это в первый раунд происходит с массовым ускорением. Только на втором раунде же подойдет. Массовое ускорение у нас на этой же магии сказано. Вот ускорение массовое. Да. Плюс 2 массовое ускорение. Время 10, 4 раунда. 10. Ну, некая суперэффективность, мы играем от обороны. Нечем там нападать особо. Так, для контра или что-то. А инициативу уже добавляет. Фантом. Можно отряд прибавить какой-то. 22%. Тут тоже, ну, как вариант. Если было бы, например, 5 этих рунных чародеев, то плюс 1 рунный чародей, то тоже хорошо. Ну, могу что-то небольшой отрядик прислать. Ну, призвать отряд. Там, летающих стражей или какого-то пегаса и заткнуть дырку куда-то, хотя бы на ход и плюс еще чародей будет. Ну на себя может что-то, в общем, создает фантомную копию избранного отряда. Но повышение тут оно 6 кристаллов на 10% будет 32, а там до 42 будет. Но 40 тоже как бы неплохо. Но мы в случае чего можем еще 4 кресла, что-то прибавит. Надо. А, тут нету. Что тут потрохало? Здесь, мана у нас восстанавливается.
А Эстус купить то 10 000 для Ярофета. Не понял. Тут для, ну, для каких-то супер опасных вещей. Ну это и... Все на 10 000, в общем. Ну-ка, ну-ка. Так, герои. Не, книга магии. Можно мы просто продать? Где? Какую магию? Продать за 1800. 600. Ну, кого магии нам не смысл продавать. А сколько? В общем, один свиток стоит 600. Допустим, меч призрак продать. 1000 отличается. Так мы можем еще денег тут набрать. Замедление там мало, наверное, что 240. Ну, за полцом видим. Зеркало более 340 невыгодно. Тут. Ну, одно выгодно, другое не выгодно. Надо меч призрак исключить. Но он... У него уровень маленький, он урон 160, сколько он там даст. Его когда нету маны, подколдовать тоже, ну, цена его 1000, за 1000 урок. Благо. Ну, мы купили 360, а что там 560. Так. Сколько дракончик стоит? Ну, дракончик стоит... Одна такая штука. За 2000 монет можно продать. Один свиток. У камиказа. А там... Привязывает какой-то повод, там что-то он бежать там куда-то, короче, оно... Ну, навряд ли оно неэффективно. Золой рог. 1400, если так было. Накладывает на вражеский отряд. После чего он получает критический скрон от базовых атак. Но уровень от цели 1-2. Чтобы прокачать. Требуется 4 кристалла. И потом еще прокачать, потому что первый, второй уровень надо. А нужен. Ну, третий, четвертый, скорее всего, со четвертый. Еще 2 прокачки. Друзья. Череп, ну тогда урон 225. А стоит 180 монет, вообще ничего не стоит. 140. Вот каменный дождь. 30-160. Поражение 3 клетки. Ну, урон смешно. 13 000. Ну вот позагнать его можно не кисло. У нас деньги есть. Ну, один оставит, например, и 10 000. Ну, нет. А прокачнуть его магия хаоса и 10 кристаллов. Не скоро. Ну, тогда единица, что можно... Дракончик, чтобы, конечно, 15. 15. А у нас феникс. Чтобы качнуть. То же самое. 15 кристаллов. Призывает взрослого феникса. Так это второе, можно максимально дракончик. Но те кристаллы добыть непонятно, хотя бы мы знали. Но в лучшем случае, если суммарно все, что мы там потратили, сэкономили, ну, было бы у нас там на одну прокачку. А на следующую нету. И плюс магия порядка. Еще третий. У нас самих мстителей так несет. 200. Это, надо зайти в замок, допустим, в союз. И книгу магии тогда эти, получается, можно продавать. Свитки. То есть, если мы понаходим какие-то свитки, то можно еще и попродавать их. Замедление сколько стоит. Ну такие типа оковы магии какие-то эти, ну, они полезны. Дождь. 3400, а он нанесет урона на 3 поля, там 500 урона.